OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Звісно, за кілька днів Міністерство оборони, за кілька днів до попытки мятежа, Міністерство оборони заявило о том, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт с Минобороны. И все начали это решение, абсолютно правильное решение выполнять. Все, кроме господина Пригожина. Тогда ему было сообщено, что в таком случае Вагнер не будет принимать участие в специальной военной операции. То есть не будет выделяться финансирование, материальные средства. А для господина Пригожина это основное, если не главное. И сложилось следующее. Первое – это деньги. Второе – это глупые и непомерные амбиции. А третье – это возбужденное состояние вкупе. Все это вылилось в попытку государственной измены и обман своих боевых товарищей. Это надо знать. Спасибо. Диктатор, который трусливо сбежал на Валдай, торжественно награждает солдат, которые стояли, смотрели, как на Москву идут уголовники. Уважаемые коллеги, добрый день, добрый вечер. Ой-ой-ой, а что это с лицом у уважаемых коллег? Коллеги чуть было не стали сокамерниками. Собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток. Серега, а ты почему без формы? Где погоны? Что-то случилось? Виктор Золотов уверяет, что росгвардейцы готовы были стоять насмерть. Даже заначки женам отдали. Насмерть стоять готовы были, да? А скажи, Витя, та Росгвардия, которая расквартирована в Ростове, которая расквартирована в Воронеже, она, когда Пригожин шел на Москву, где была? Где были твои бойцы? В кукурузных полях прятались? В подвалах залезали в мешки для картошки? Или в бабушек переодевались, а? Где твои бойцы были? Почему их никто не видел? Олицетворение гнилого режима. Когда повар шел на Москву, Витя Золотов спрятался. В подвале сидел. Думал, ждал. Кто же победит? За кого топить надо? А когда стало понятно, что Пригожин ушел, Витя Золотов вылез из чулана и говорит, мы, говорит, насмерть стояли. Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение. Не пошли на братоубийственное кровопролитие. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Те, кто сбивал наших боевых летчиков, если хотите, можете вернуться домой. Можете в Беларусь уехать. Можете подписать контракт с Минобороны. Позавчера сбивали боевых летчиков, а завтра можете прийти, тук-тук-тук, здравствуйте. Я хочу подписать с вами контракт. Здравствуйте. А вы что умеете делать? Я умею сбивать ваши самолеты, вертолеты. А доказательства есть? Да, вот, пожалуйста, 7 или 8 роликов. О, супер. Вы приняты.
кто хочет, сможет уйти в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Президент, который обещал не поднимать пенсионный возраст и не переписывать под себя Конституцию, обещает не трогать тех, кто попробовал скинуть его с президентского кресла. Сомнений не вызывает. Эпиграфом к сегодняшним событиям мог бы быть фрагмент интервью Владимира Путина. А вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. Предательство. Именно это и случилось сейчас. Ну, раз с этого Киселев начинает, очевидно, это самое важное. Невозможно простить. Никаким образом. Это то, что точно нельзя простить. Но, правда, потом выяснится, что ну как бы можно. К концу недели стало совершенно ясно, что в России оформился вооруженный мятеж. Евгений Пригожин двинул свои подразделения ЧВК «Вагнер» в Ростов-на-Дону, занял расположение штаба Минобороны там и объявил поход на Москву. Конечно, фактически Киселев здесь сказал почти то, что было на самом деле, сумбурно, коротко, опуская такие важные подробности. Что значит только штаб Южного федерального округа? А как же цирк? Захвачен же был еще и цирк. Ну да ладно, если серьезно, было перекрыто практически 3 квартала города. Ограничены были въезд и выезд из города. Еще шли разговоры про другие какие-то объекты. Ну да ладно, даже того, что было, в общем-то, предостаточно. Центр города был перекрыт, а он рассказывает, ну только штаб и все. Это было вовсе не так. А то, что происходило в Воронеже, а те воздушные суда, которые были сбиты в процессе движения, об этом же вообще никакого разговора нет. Но это понятно, это ему неудобно. Иначе получится совсем другая картина. И вот в этих условиях, когда практически никто в обществе и государстве не поддержал мятеж. Уж не знаю, как говорится, как везде, но вот в Ростове конкретно, я думаю, абсолютно все люди видели кадры. И там вообще на самом деле ситуация была сильно другая. Конечно, это никакая не социология и никакой репрезентативности здесь и быть не может. Но прям так заявлять, что вообще никто, прям все прям отстранились, прям неприязненное отношение. Это ж фактически было не так. Хотя, с другой стороны, когда, в какой вообще хотя бы момент времени пропаганду хотя бы раз интересовало, как там все было на самом деле? Да это не важно вообще, что там было. Главное, киселевский бред про то, что все прям категорически были против. Ну а дальше вообще прям лютая дичь. Знаете, почему остановилось все это движение на Москву? Кончился бензин, да. Вот такая вот незадача. Стало ясно, что поход на Москву лишен всякого смысла. Бензин у бронированной колонны кончился. Ощущение, что главарь мятежников Пригожин вот-вот превратится в кровавый пар, усилилось. Бензин у них кончился, а Пригожин вот-вот и превратится в кровавый пар. Если здесь была когда-то логика или какой-то, может быть, здравый смысл, то они предварительно уехали. У них бензин, очевидно, не кончился. Все это вылилось в попытку государственной измены и обман своих боевых товарищей. Это надо знать. Спасибо.